Как поступать в случае, когда любимые питомцы по причине болезни или старости уходят из жизни? Должны быть специальные кладбища, отведенные для этого места, чтобы не хоронить, где попало. Закапывать? А куда закапывать? Где хранилище, скотомогилка. Я даже не знаю, это кладбище специальное есть, наверное, для этих, как сказать, для животных. Брать его в коробочку и выезжать за город и закапывать. Существуют ли кладбища домашних животных в нашем городском округе и куда обращаться в случае гибели любимца, ответили в администрации. На старой свалке есть биотермическая яма, куда мы утилизируем трупы умерших животных. Жители нашего города, городского округа могут позвонить, если такое случилось с домашним животным, по телефону 3-42-46. Это круглосуточный телефон, это ООО, городская коммунальная служба. Они принимают заявки и забирают трупы умерших домашних животных.